Мы прочищали дороги. Следы ведут прямо сюда. Это из Хиллтопа. Мертвые этого не делали. Живые. В маске мертвецов? Вы знаете о них? Но мы можем это понять. Странные времена, странные способы выжить. Тем не менее... Да, это было мое предположение. Если бы кто-нибудь еще был здесь, мои патрульные увидели бы их. Что же еще? Они устроили драку. Эй, следы идут по этой дороге. Ну так пошли. Мы не можем просто бежать, сломя голову. Они все еще могут быть живы. Но если эти мертволицы и дебилы в масках следили за ними до Хиллтопа, то сейчас все сообщество в опасности. Ну так, разделимся. Мишон и я идем с Дэрилом, мы будем следить за ними. Остальные идите в Хиллтоп. В следующем эпизоде «Ходячих мертвецов». Я стою перед вами сегодня и говорю, что это начало нового завтра. Это стало возможным благодаря многим жертвам на протяжении многих лет. Мы всегда были связаны друг с другом. И так будет всегда. Никто не должен был умереть. Теперь это сделки. Нахер конец. Бросайте. Дважды повторять не буду. Озвучено каналом Фексфул. Подписывайтесь.